любит поспать. Разбудить его очень трудно. Папа победил первый будильник. Но сражение с будильниками еще не закончено. Жми на брошенные тапочки, чтобы они не попали в часы. Папа победил второй будильник. Но у нас остался еще один. Жми на летящие тапочки, чтобы они не попали в будильник. Еще одно сражение, но не войну. Подними будильник, поставь его на табурет. А теперь нажми на будильник. Проведем массированную атаку. Нажми на часы с кукушкой. Отлично, а теперь... Все, все, я проснулся. У нас получилось, папа проснулся. Доброе утро, папа. Папа Лео хочет быть сильным, как лев. Мой папа сильный, как лев. Ой-ой, папа решил поднять сразу... Похоже, что занятия с гирями закончились. Папа, ты ничего не забыл? Дай папе любые тапочки одинакового цвета. Молодец! Отлично!